Привет всем, это канал Кинописьма, ставьте лайк, поехали. Сегодня состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, в ходе которой глава государства высказался о ситуации с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Напомню, что интимное фото футболиста, которое было слито в сеть, стало одним из самых обсуждаемых событий ноября. Ролик, в котором спортсмен предается самоудовлетворению, быстро разлетелся по интернету и стал причиной отстранения звезды от игр сборной России. Общественный резонанс был настолько сильным, что сегодня этот скандал попросили прокомментировать Владимира Путина. «Должна ли такая ситуация влиять на профессиональную деятельность человека?» – спросил журналист канала Матч ТВ. Вот что ответил Путин. «Конечно нет, я видео не смотрел, а вы, видимо, посмотрели». Иронично обратился Путин к девушке, считая, что влезать в личную жизнь недостойно нормального общества. Вопрос вызвал бурную реакцию среди журналистов, даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог сдержать эмоции, когда услышал про Дзюбу. Напомню, что спортсмен неоднократно извинялся за произошедшее перед общественностью. Выяснилось, что Артему Дзюбу несколько недель шантажировали хакеры и требовали крупную сумму денег. Получив отказ, они слили ролик в сеть. Сейчас нападающий футбольного клуба «Зенит» вернул себе капитанскую повязку в команде и продолжает играть в матчах российской премьер-лиги. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.